Всем хаюшки, с вами Амбрелла, и мы продолжаем нашу любимую Лару Крофт. Как вы помните из прошлой серии, точнее из концовки прошлой серии, мы собираемся спасти Иону, поскольку его забрала Троица. Я не знаю, честно, не знаю, будет ли она дальше искать Святой Источник, но, скорее всего, по идее, будет. Спасем Иону, пойдем за Святым Источником, почему нет, правильно? Но пока что у нас первая задача — это именно спасение нашего друга, который нас не раз спасал, тоже по первой части знаем. Так что это очень хорошее снаряжение. Да, так что это очень хорошо. И мы готовы. Погодите. Ничего себе, мы теперь можем, короче, при помощи стрел лазать по древесине. Клево. Отлично. Так. Что у нас в лагере? Есть что-нибудь или нет? По идее, должно быть. Они захватили Иону и Атлас. Господи, зачем он пошел за мной? Но если бы я не отдала им Атлас, его бы убили. И меня тоже. Все еще есть надежда, что они держат его где-то живым. Я должна его вызволить. Я не позволю, чтобы он здесь погиб. Только не из-за меня. Я этого не допущу. Держись, Иона. Я найду тебя. Так, спасем, конечно. О чем ты говоришь вообще? Конечно, спасем. Так, на пистолет патроны я не хочу брать, честно, вот, вообще не хочу. Но, да, это, в принципе, тоже не нужно. Во, вот это вообще отличный навык. Так, хорошо. Что с оружием? С оружием ничего. Ну, пойдемте, короче. Вроде бы все мы забрали. Это вот по этим, да, мы должны сейчас лезть. Так. Что это? Да. Если вы смотрите уже не первую серию, вы знаете, что я пропускаю все документы. Точнее, беру, но пропускаю. Так. Выстреливайте стрелами для лазания в мягкую древесину. Ага. Давай. Все, ты залезешь. О, шикарно. И что теперь? Ага, поняла. Короче, если нам нужна одна стрела, мы, в принципе, долазим, хватит одной. Если нет, то... Снова пропаганда. Ты уже у нас знаток русского. В начале игры она отлично все переводила с русского. Короче, так. Короче, это мы все знаем. Погнали. Ой, ё-моё. Как она, блин, не боится, честно. Сейчас прыгать надо будет прыгать. Ура. Звук еще такой страшный, блин. Чуть сосульки не сбили башкой, отлично. У нас, как всегда, судьба, блин, бережет. Так, я там что-то вижу, но я не хочу спускаться за этим. Честно, не хочу. Блин, вот интересно, вообще разветвление сделали, заразы. Я могу прыгнуть туда вообще гениальнейшим образом. Собрать там все тайнички. Ну, давайте мы на это не будем сейчас тратить время. Если у меня будет желание и время, я после прохождения сюжета вернусь ко всем лагерям со всеми приспособлениями, которые только могли быть у меня. И найду все тайники. Надвигается буря. Вот, так и сделаем. Вот, как я сейчас сделаю. Далее. В смысле? Окей, а сюда? Да что, только две, что ли, можно пугать? А, нет. Нормально, все нормально. Что ты мне рассказываешь, блин? Стоп. А туда нам зачем? Хер, странно. А, там, наверное, что-то... Тайничок какой-то. Ладно, туда мы сходим.
Ой-ой-ой-ой. Вот не хотела, не хотела я слазить сюда. Мы здесь были, между прочим. Блин, даже советская база, это... О, боже ты мой, это уровень начала. Мы тут уже были. Когда, я не помню, что мы делали. Якова искали. Перерезок, перевешь. Здесь станет легче. А, это еще одно дополнительное задание. Блин, вот как мне себе подняться туда? Ну ты головой думала, когда падала? В самом деле, а? Куда тебе теперь? Ну, что мне делать? Скинуть тебя? Да, конечно, ты залезла, ты боишься. Что мне теперь делать-то? Дура. Ой, ладно. Будем что-нибудь придумывать, потому что, блин, это кошмар какой-то. Это что надо было свалиться с такой высоты, блин? Сейчас обратно лезть вот это вот. О. Ладно, молчу. Что-то нашла. Маленькая хитроумная игрушка с заводным механизмом. Да, собранная уж из металлолома и разных обломков из лагеря. Должно быть, ее долго собирали по частям. Да уж, интересно. Так. О, я помню, там где-то была... Да, хорош. Вова. Отлично, отлично. Ты что, не достанешь, что ли? Блин, она работала только на спуск, наверное, да? Конечно. Зачем мне цеплять туда? О! Чего? Ты с ума сошла? Да не... Ладно, пошли пешком. Да слезь ты по лестнице. Ну прыгай ты, господи. Не убьешься уже. Слезь! Блин, он меня бесит, честно, в этой серии уже. Слезай! Там ничего, нормально, все нормально, не приезжай. Нить рядом звенит, я в курсе. Но это не надо. Сейчас, по крайней мере. Так. Как мне добраться теперь обратно-то, ё-моё? Это ж офигеть, всю карту пробежать надо. Позорище, блин, честно, позорище. Нам туда? Серьезно? Пошли, быстрее, 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 там кто-то лезет сзади. Ах ты, ё-моё. Не, вы это видели, да? Я только что чуть жопу не отгрызла. Лезь давай. Даже не думай сейчас падать, поняла меня? Я еще думаю, что она за лук схватилась, когда бежала. Конечно. Ух, вот это пронесло, так пронесло. Сейчас мы ему череп проводим и пойдем дальше. Где ты? Где мой инстинкт выживания? Где ты, скотина? Ты что, ушел? Не, вы прикиньте. Ладно. Куда мне? Туда. Блин, вот нам в прошлый раз, когда мы здесь были, нам нужно было в ту же самую сторону. Мы, блин, туда же, что ли, возвращаемся? Не пойму. Что-то я совсем не понимаю, зачем нам туда. Ну, я думаю, Лара нам объяснит, зачем. Вот, вот оно, это место. Ладно. Короче, не будем тогда страдать фигней. Полезем сразу сюда наверх. Пойдем, 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 пойдем. Что, зачем? Не надо. Так, ну пока вроде идем правильно. Весело есть, отлично. Туда вообще-то, туда. А, тихо! Ты что, с ума сошла? Залезь. Обалдеть можно. Что-то я какая-то не собранная сегодня, вот честное слово. Так. Вот здесь в прошлый раз были гады. Я думала, опять кто-то лезет. Лагерь. Но лагерь не нужен, я только... Стоп! Мы здесь были. Какого хрена?
Или не были? Нет, здесь мы не были. Что-то я совсем потерялась. Это плохо. Лара. Да, я Лара, я знаю. Так, это очень плохо, что мы потерялись. Но... В итоге мы нашли наконец-то то, куда нам надо. И мы идем. Мы что-то опять нашли. Отлично, отлично. Тут что-то блестело, только что нет. Окей, бежим. Надо где-то укрыться. Где тебе укрыться? Ты с ума сошла? Зачем? Опять ты свои, блин, капризы включаешь. Давай, пошли, пошли, пошли. Уйдь! Пошли. Как она проскользила сейчас, вам не показалось? Да ладно! Сколько лазила, не мерзла, теперь мы замерзли. Нельзя было в тебе сомневаться, папа. Меня не было рядом, когда ты во мне так нуждался. Прости. Я им докажу, что ты с самого начала был прав. Что ты искал истину, а не верил в сказки. Отец, я все исправлю. Я обещаю. Лара, пора. Иди отсюда. Иона ждет. Уйди. Видеть тебя не хочу, скотина, блин. Предательница. Иона. Ух, не могу, блин, аж злость берет от этой заразы, которая просто взяла вот так вот, втерлась в доверие. На самом деле все это было ради артефакта, блин, который мой батя искал. Так, а зачем мне эта штука? Интересно. И что мне с этим делать? Мне вверх или мне вниз? Вот очень интересно мне. Куда мне прыгать сейчас? Лео, какой путь ты выбираешь? Верхний или нижний? Вы что, прикалываетесь? Куда мне идти, блин? Или это сейчас обвалится? Куда мне? Ну и нахрена я туда... стрелу воткнула. Для обратного пути? Блин, сколько тут ответвлений, вот честно. Блин, вообще, в первой части, по-моему, так много не было. Понимаешь, глаза разбиваются. Хотя сколько? Это ж одно и то же. Что по верху я поперлась, что по низу? А, я поняла! Это если бы мы, короче, не усилили наш крюк, мы бы по тем вот фигням не перепрыгнули бы. И нам надо было прыгать вниз по тросу. Точно. Ну, кто знал, что я буду собирать все дополняшечки и улучшать оружие, правильно? Вдруг я просто решила бы просто быстренько пробежаться по сюжету и все. А мне ничего бы не было с снаряжением. Ну, все логично. Молодцы разработчики предусмотрели такой факт. Ну, как бы в данном случае зря, но все равно спасибо. Все равно приятно. Это очень хорошо. Так, куда мне дальше? Офигеть. Уйди! Держись. Что-то мне музыка не нравится совсем. Сохранение идет. Сейчас что-то будет, да? Или не будет? Я просто уже всего боюсь, блин. Не знаю. По тропе Софьи до базы Троицы? Я не хочу к Троице. Ладно, ладно, хочу, придется, но это... Иону спасать. Нифига себе! Вот это да! Раньше она так не умела. Иона где-то там, наверху. Ох, блин. Стерва, отдай. С
Святой источник. Да как они это сделали, блин? Он в центре старого города. Пошла ты нафиг. Значит, пора. Я отдам приказ землекопам и подготовлю транспорт. Ну, тебе ухвалю, сейчас размажу. Отдай мне атлас, блин. В архиве наши бойцы столкнулись с бессмертными. Будет нелегко, брат. Брат. Сестричка, блин. Путь праведников и не должен быть легким. Бойцы знают, что их ждет? Конечно. Нет. Конечно знают. Но они готовы сражаться и погибать ради нашей цели. Да. Это все, что от них нужно. Скотина, прикиньте. Константин, сейчас, когда мы так близки к цели... Мы еще только начали. Боюсь, троица нас просто использует. Что, если тебе не позволят оставить источник? Надо приготовиться... Нет. Надо верить. Меня выбрала не троица. Когда я завладею источником, о них можно будет забыть. Угу. Я поведу армию бессмертных божьих воинов. А ты... А ты сдохнешь. Ты будешь жить. Сейчас, ага. Я ее лично найду и пристрелю. Мне вот интересно, как они просто взяли и спроектировали. Мы специально, короче, поднимали под солнце, чтобы увидеть. Очнулся и готов к допросу. Я сейчас вам допрошу. Уже иду. Я сейчас вам там всех допрошу. Каждого. По очереди. Порву, блин, скоту. И куда, и чего? О, блин, я сучок не заметила. Думаю, куда она сейчас прыгнет. А оно все просчитано. Ну тут все просто. Если видишь один уступ, значит следом будет какой-то другой. Неважно какой. Оп, ледяная стена, оп, выступы. Все просто. А дальше вверх просто. Мне вот, знаете, что еще интересно? Белка. Ну простите, я, конечно, люблю зверей, но кушать она тоже хочет. Ну так вот. Мне очень интересно, как же он собрался, блин, вести армию бессмертных, который вот, собирается только-только стать бессмертным, да? И люди, которые уже давно, блин, живут, они каким-то боком должны его послушаться? Вообще как-то, не знаю, наивный, что ли. Так, что-то сейчас было. Это толстого тащили. А, ехали. Ехали, это следы шины. Туда жму, да? Взяла оленя с подмога. Черт, они тут повсюду. По-моему, не я их с подмога. Где эти сволочи? Покажите мне. Они убили оленя. Я хотела оленя убить. Не стреляй, это всего лишь олень. Извини, не сдержался. Ты заметил движение и среагировал. Я поступлю бы так же. Нифига, их там сколько. Мне специально кустик здесь выделили. Но смотрите в оба. Ага. Блин, я хотела реально выстрелить в оленя. Освободить пленника. Нам приказано быть настороже. Они прямо все так знают. Прям. Возможно, он еще что-то знает. Ничего он вам не скажет, придурки. Да, да, да. Я вам завяжу сейчас его в узелочек. Скотина, блин. А ну иди сюда. Нету. Минус один. Иди сюда. Сюда. Да стой ты, блин, остановись. На. Все? Все. Лук спрятал, значит все. Отлично. Так, ну спасибо, что убили мне оленя. Мне шкура очень нужна была. Чего? Куда вернуться? Не хочу никуда возвращаться. Я, наверное, какое-то дополнительное задание выполнила. Но возвращаться я вот вообще не хочу. Да почему я не... Я не могу уже ни с кого собирать. Глянь, у меня все. Все полным-полно просто. Так, куда мне? Куда? У меня всех припасов полным-полно вообще. О, листики. Сколько? Один. Вы что, прикололись, что ли? Уже не первый раз, блин. С такого дерева один листик она собирает. Это прикол такой.
Так, мартышка, давай. Грузовик был перегружен. Мост не выдержал. Да держись, ты что, с ума сошла? Будем докладывать? Без толку. Все собираются готовиться к опять. Дура! Мы хоть нашли, что искали? Да что? Ой, больная, блин. Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Хотела обратно, блин, на ветку. А, зачем я прыгнула? Что случилось? Во, сиди тут и не рыпайся, пожалуйста. Мост не выдержал. Да тут все разваливается, только дотронься. Будем докладывать? Без толку. Все собираются и готовятся перемещать. Ё-моё, вот это их тут хорошо. Много, короче. Мы хоть нашли, что искали? Трудно сказать. Три, там четвёртый ещё ходил. Константин только что приказал всем собираться. Есть один. Да, еще. Да стой ты, блин. Ой, тихо. Да. Землю запалила. Нету никого. Никого нету. Где третий, блин? Куда он делся? Сейчас найдет еще его, блин. Будет тогда все весело. Так, пора менять укрытие, короче. Да не надо оружие, я пошутила, это не я. Ага. Уже ликвидировали. Что, охренел, что ли? Так, что там? С, да? А, ты чё? Гонишь, что ли? Тихо. Нас пока не видят. Ай-яй-яй, мне страшно, блин. Я ж так не люблю перестрелки. Я скажу, проверю. Сейчас вернусь. Да не дрыгайся ты. Он мертв. Я знаю, что он мертв. Нужно посмотреть. А, достали, короче. Тихо. Ты чё? Держись, дура, блин! Я убила его, нет? Огонь. Это опасно. Есть один. Там, по-моему, еще один остался, да, и все. Насколько я помню. Где ты, придурок? Высунься. А, да пошел ты нафиг с своими гранатами. Достал, серьезно. Скоты, достали, серьезно. Столько патронов потратила. Сука, фу, блин, стрел сколько потратила. Идиот. Так. Все хорошо, что хорошо кончается. Мы справились. Так, дальше куда, чего? Ага, идем. Тайники нафиг, короче, потом найду что-нибудь. Зайцы, пыш отсюда. Широкий. Так, усиленный выстрел. Вот где-то. Мягкое дерево. Ну, я так делала уже. Чё? Прекрасно знаю, что это. Так. Это было первым, чему я научилась. На. Ах ты, блин. Уже держу. Нету никого. Да, что-то я рано вылезла, короче. Да у меня тоже пусто, поделитесь, что ли, бля. Тихо. Спокойно. Огонь уберите отсюда. Пошел отсюда. Тихо. Где еще? Ну еще ж есть, я слышу музыку. Или все? Да по-любому же где-то засела скотина какая-то. Что, он туда вылазит, блин? Что, два что ли? Много патронов, классно, много патронов.
Что ты ошибаешься? Нет уже никого. Все, все собрала. Ты, конечно, зря пальнула сразу, по-моему. Ладно. Главное, что справились. Ну, туда, да? Ага. Нет, таким мы еще в Tomb Raider не занимались. Мы обычно искали что-нибудь. И защищались от тех, кто там, кто это не дает. Да что ты творишь, дура, бля? О, броня сбита, отлично. Есть. Ну, скотина сидит один, прикиньте, вообще. Один-одинюшник сидит. Музыка кончилась, прекрасно. Пойдемте переведем вот так значочек прекрасный. Советский. Старая советская табличка. Вау. У меня достижение открыто. Ха-ха. Третий уровень русского. Для русского это неплохо. Так. Просто, господи. А чего не схватили оружие? Там кто-то за стеной, да? Видимо, да, потому что здесь мы попали собрать. Здесь я как бы убила уже всех. Наверное, там кто-то есть. Хотя нет, если есть лагерь, то здесь никого не будет. Да, наверное, неподалеку. Так. Знаете что? Давайте сейчас это вот найдем. Это печать для официальных писем Троицы. Мало кто. На этом закончим, потому что как бы. Как бы уже достаточно для этой серии, поэтому всем спасибо за просмотр. Если интересно, посмотрите другие видео. Ну, не знаю, если очень понравилось, там лайки поставьте. Короче, всем удачи, всем пока.